И волшебного утра, друзья! Благодарю всех, кто с нами, всех, кто пришел зарядиться смеха энергией. И мы начинаем. Сегодня мы будем особое внимание уделять нашей осанке. И все мы слышали, знаем такое понятие, как королевская осанка, да? И мы начинаем. И с самого начала мы, как всегда, потянулись, да? И, конечно же, на нас улыбка обязательно, обязательно улыбочка, мы ее одели как очки. И тянемся, тянемся, тянемся. И вытягиваем, вытягиваем наш позвоночник. Вытягиваем, вытягиваем. И давайте попробуем вот в таком положении, вот такое положение. Мы немножечко вот такие сделаем движения в бок, вправо-влево, стоя на носочках, да. И теперь немножко вот так ноги не меняем позицию, а только корпус. Опять вправо-влево, другим боком. Стоим на носочках. Хорошо. Круговые движения тазом. Тянемся, тянемся вверх изо всех сил, изо всех сил. Хорошо. В другую сторону. Хорошо. Одной рукой вверх потянулись. Хорошо, хорошо. Так, другой рукой потянулись выше, выше, выше. Хорошо. Двумя руками тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся, тянемся. И срываем яблоко счастья. Кусаем и смеемся. Яблочко наливное. И наше тело наливается счастьем и радостью. Стряхиваем ручки. Хорошо, молодцы. Ручки на пояс. И давайте начнем с головы. И у нас шея всему голова, да? Куда захочет, туда и голову повернет. Поэтому шея – это очень важна наша составная часть нашего тела. И давайте вот попробуем вот такие движения. У кого не получается, поставьте ладошки, и вам нужно вот этими частями, да, вот челюстью, достать до ладошки. То есть, чтобы это не так было, мы макушку не опускаем, а держим только, да, макушка у нас все время тянется кверху, и мы работаем только вправо-влево. И, конечно же, улыбочка. Можно продолжать вот так сделать руками. Можно вот так сделать. Хорошо. И теперь по кругу. И вот тоже обратите внимание, макушка, она тянется вверх. Да? Взгляд все время прямо. И мы делаем вот такой круг. Каждый в своем темпе. Кому-то надо, может быть, медленно, может быть, по точкам. Вот. И чувствуем, да, может быть, у кого-то шейка вот немножечко скрипит, чувствуете движение, да, вот такая суставная гимнастика. И мы не так часто делаем вот эти именно упражнения, поэтому важно прорабатывать то, что у нас не так часто работает, да. Хорошо, теперь ковш. Мы вот так загребаем, загребаем, как подныриваем, да. Именно у нас сейчас работает только шея, да. Вот так мы подныриваем, смотрим в разные стороны. Макушка у нас по-прежнему тянется вверх, да. Мы просто голову поворачиваем в разные стороны и подныриваем. Подныриваем. Хорошо. Вправо теперь смотрим. Влево. И глазками тянемся, тоже смотрим позади себя. Глазками тянемся. И
смотрим позади себя. Друзья, все, конечно, дело на улыбке, на смехе. А вот теперь уже у нас голова покатилась, вот, с груди на плечи, вот, плечо, грудь, плечо, спина, как колобочек, и в другую сторону. Ноги у нас на ширине плеч, спинка ровна, плечи расправлены. И вот здесь главное, чтобы вы не так делали, а вот прям вот ушком, давайте потянемся ушком, плечи не поднимаем, а тянемся только ушком к плечу. Вот так не делаем. Хорошо. В другую сторону потянулись. Улыбочка, смеемся. Еще. Тянемся, тянемся. Плечи опущены. Тянемся. Хорошо, растерли ладошки. Давайте поблагодарим нашу шею. Да. Вот направим ей наше тепло, нашу благодарность. Хорошо, хорошо, все растираем, да. Заходим на затылок тоже. Так. О, хорошо, молодцы. Теперь у нас работает верхняя часть нашего туловища, верхняя часть. Итак, мы зафиксировали бедра, они у нас на месте, ноги на ширине плеч, плечи у нас, смотрите, расправлены, то есть локоточки немного назад смотрят, эти вот костяшки развернуты. То есть, чтобы не было, что они вот так вперед торчат, да? То есть, костяшки развернуты, локти немножко назад, ноги на ширине плеч и только вот грудной отдел. Три по точкам. Четыре. Раз, два, три, четыре. Добавляю смех. Округляем. Таз на месте, таз зафиксирован. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Вот, когда вперед, смотрите, прям вот грудь вперед, локоточки хорошо назад. В сторону, вот, прям тянемся, тянемся плечом, да? Когда назад, вот здесь мы сутулились, здесь у нас локоточки вперед пошли и в другую сторону. Смотрите, раз, два, три, четыре. Вот такой мы круг делаем. Да, четыре. И соединяем наши точечки. Круг делает, да. Вот наша спинка делает круг. И тоже чувствуем, да, верхнего отдела позвонки с благодарностью, да. Теперь вправо-влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Так, таз на месте. Четыре. Давайте медленнее. Раз, два, три. На место встали. Раз, два, три. Выпрямились. Раз, прям ручкой. Три, четыре. Но таз не двигается. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И по разу. Раз, два. Раз, два. Руки как хотите, можете менять разные позы. Четыре. Два. Плечи добавляем. Три, четыре, таз на месте. Раз, два, три, четыре. По очереди плечо поднимаем. Три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Таз неподвижен. Раз, два, три. Получается?
Получается. Разогрели ладошки, постучали по верхнему отделу спины. Вот сколько достаем, простучали. И вот так вот костяшками хорошо-хорошо разогрели. Вверх-вниз, рельсы-рельсы, а потом вот так шпалы-шпалы, да? Ехал поезд, запоздалый. Вот так себя пощипали. Хорошо, молодцы. Ну-ка еще круг сделали, как получается? Не получается. Не получается? Не получается? Ну, Получается. Отдельно просто потренируйтесь. последовательность не получается. А Так, последовательность. назад, сюда, сюда. Или Последовательность, наоборот. смотрите, грудь вперед. Вперед у нас спинка, верхняя часть немножко прогнута. Теперь сюда потянулись. Назад и в другую сторону. Вперед. Давайте, может, боком. Вперед. В сторону. Назад. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, Раз, два, два, три, четыре. И плавно четыре. соединяем. Каждый в своем темпе. Вот. А таз зафиксировали. Угу. И также в другую сторону. Но знаете, когда мы что-то делаем впервые, это нормально, что не сразу получается. Но в любом случае, что у нас образуются новые нейронные связи. И это классно, и это здорово, да? Потому что работают наши полушария, и это профилактика деменции, усиление нашей памяти. Хорошо, теперь мы включаем только таз. Зафиксировали теперь верхнюю часть, и у нас работает теперь только таз. Мы можем сделать по-разному. Давайте пока ноги на ширине плеч. Давайте руки поставим на плечи и как бы фиксируем, следим, чтобы у нас плечи не работали сейчас. У нас подвижен только таз. И увеличим его амплитуду. Угу. И в другую сторону. А смех добавляем обязательно. Я концентрирую ваше внимание на что-то. Я говорю, а улыбки для всех. Хорошо, теперь то же самое, только ножки вместе. Да, и чувствуете уже по-другому, да, спинка себя ощущает. В одну сторону и в другую сторону. Хорошо. Да. Лисенька, какая же вы стройненькая, ну просто любо-дорого смотреть. Ой, как хорошо, это все про меня. Я тут комплексую, я еще на массаж записалась. Я тут собралась в Белек ехать в ноябре месяце, и поэтому прям думаю, надо же стройнеть, надо прям хорошо над собой поработать. Прямо умничка Ну, зарядка, такая, все прям вместе, комплекс, смех, приятно смотреть. это все сжигает, да. Но вообще у меня структура такая гитарная, Да. восточная. Не гибкие за свое время. Ладно, хорошо, спасибо. Сейчас смотрите, что мы делаем. Полуприсед. И мы сутулились, у нас спинка круглая, голову можно опустить. Вот, когда у нас спинка круглая, у нас плечи идут вперед, спинка вот так округленная, голова вниз. И теперь прогнулись, у нас теперь тут спинка, видите, прогнута, и голова наверх идет, локоточки назад. Таз у нас зафиксирован, он у нас не двигается. Два. Скажите, пожалуйста, это упражнение получается? Получается. Хорошо. Главное, чтобы вы не делали вот так. Да, таз не надо вперед отводить. Наоборот, таз у нас идет назад. Смотрите. Вот мы округляемся, когда таз немножко, вот плечи и таз, ну, примерно на одной линии. Вот если взять вот примерно на одной линии, если палочку поставить. Когда назад, у нас затылок и копчик на одной линии. А спинка вот такая прогнута, как седло у лошадки. Раз, два. Раз, два. Раз,
Два. Теперь на три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И три, смех добавляет, раз, два, конечно. три. Ножки Три. полусогнуты. Раз, два, три. Три. Раз, Раз, два, два, три. три. Давайте сядем на Раз, стульчик. два, три. Да, 100%, чтобы получалось. Мы с вами как-то это уже делали, сидя на стуле. Что мы делаем? Смотрите, мы беремся за сидушку. Вот, беремся руками за сидушку, и все. И поэтому таз у нас уже здесь неподвижен. Вот, сели нормально, удобно. И поехали. Раз, два. Видите? Да, Раз, видим. два, три, четыре, может быть, так тоже. Раз, два, три, четыре. Голову вниз, вверх, плечи вперед, назад. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два. Хорошо. А теперь смотрите. И ногами можете еще зацепиться за передние ножки стула. Тоже можно. И руками держимся также за сидушку. И пошли, смотрите, круг делаем. Ну вот как мы делали это в начале верхней частью туловища, да? Вот здесь Да. тоже. У кого таз ходил вперед и назад, а здесь у нас таз все, прилип в сидушке. Мы держимся за руками за спинку стула, да? Вот. И у нас как раз вот этот круг, который мы делали вот по точкам, да? Вот здесь прям вот удобно. Мне кажется, другого выбора даже нет, когда мы это отрабатываем на стуле. И наше тело запоминает, да? Потому что есть тактильная память, есть физическая, мышечная память. И когда мы это поделали на стуле, то можно потом уже более уверенно это делать, применять в жизни, в танцах. Хорошо. Раз, два, раз, два, три. 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 И вправо-влево. И раз, два. Легче на стуле. Раз, два. Вот то Хорошо. же самое делаем в полуприседе стоя. И раз, два, три. Раз, два, три. Видите, таз неподвижный. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Чуть-чуть привстали со стула. Ну-ка, зафиксировали. То же самое. Представляем, что мы сидим на стуле. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Полуприсед. Раз, два. По кругу, как мы делали. Ну вот, уже лучше. Лучше. Вперед, назад, вперед, назад. Раз, два. И раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну как? Хорошо. Вот эти движения классно потом применять и в танцах. А теперь беремся руками. Попа у нас также прилипла к сидушке. Ножками можете зацепиться за передние ножки стула. И разворачиваем. Разворачиваем корпус. Беремся за спинку. И помогаем, помогаем спинке скручиваться. И, конечно, добавляем смех. Только, ребята, тут без фанатизма. У каждого своя гибкость. Потом постепенно. Никаких резких движений. И голову смотрим все назад, сколько можно, до упора. Больше вперед-назад немножко, вот отклонились вперед в такой позе. Хорошо, встряхнули, да, цыганочку сделали.
Хорошо, в другую сторону разворачиваемся. Покорно, плавно. Да, никакой быстроты, все дело медленно. И добавляется смех. И растягиваемся, смех помогает, потому что смех еще обезболивает. Это очень хорошее упражнение для талии, для нашей, да. Для позвоночника, конечно же. Тянемся, тянемся, тянемся. А, встряхнули, цыганочка. Хорошо, молодцы, встали. Встали лицом к стульчику. Вот ножки у нас сейчас ровные. И начинаем делать наклоны вниз. И у нас сейчас тянутся икры, коленки вместе. Вот, стопы стоят на полу. И мы сколько можем прокачиваемся вниз. Голова вверх смотрит. Вот, и добавляем смех. Чувствуем, как ножки приятно растягиваются, тепло идет по телу. И теперь по очереди сгибаем, продолжаем делать вот такие прогибы и сгибаем по очереди колени. Одно согнули, попрокачивались. Другое колено согнули, попрокачивались. Так поменяли. Поменяли. Ой, ниже, Это было хорошее упражнение. ниже. Ниже, да. А, ой, как хорошо тянутся ножки, да. Попробовали пяточка носочек, теперь поперекатываться в этом положении. Пяточка носочек. Вот, ножки у нас растягиваются. О, хорошо, встряхнулись, потянулись. Ножки встряхнули, стульчик развернули спинкой, стульчик и взяли замок вот так. Ручки ладошками. Сейчас у нас лопатки прям очень сильно соединены. Да. И немножко вот так поделали. Поделали. Так. Спинка прогнута. Голова вверх смотрит. И ручки назад. Да. Можно вот так проработать. А теперь округляем спину, руки забрасываем прямо назад. И они под собственным весом тянутся к голове. Да. Добавляем смех. Ноги на ширине плеч. О, хорошо. Теперь встряхнули ручки, встряхнули ножки. Да. Вот, немножко такую стрясочку сделали. Как помните, после смеха энергии, когда током мы бьем, смехоток пропускаем, пропускаем. Все, у нас расслабились, можно даже ножки поднимать, да. Хорошо, молодцы. Ручки в замок и ставим на стул, на спинку стула. И теперь приседаем, приседаем. Встаем, приседаем. Встаем. 10 минут показывает, что у нас осталось. И еще приседаем. Вот сколько можем. Без фанатизма, но все-таки чувствуем, что у нас каждый раз
Ручки лучше и лучше растягиваются вот в плечевых суставах. И кто может, сядьте на попку, прям кто могут. Хорошо, да, лучше всех, лучше всех, да, кто молодец, я, кто молодцы, кто молодцы, мы. Ручки хорошо, волну, делаем волну, вот так подгребаем ручкой. Да. Полетели, полетели, полетели. Клином в теплые края. Замочек. Фитнес. Одной рукой больше потянулись, другой рукой больше потянулись, двумя и сбросили. Растаяли, как мороженое. Еще потянулись, вдох животиком и растаяли. Хорошо. А сейчас мы будем делать волну всем нашим туловищам. Давайте немножко водички попьем. Потому что с меня, например, пот льет градом. Как классно после этого идти потом в душ. Конечно, мы что проговариваем? Все доброе, хорошее. Мое тело молодое. Мое тело гибкое. Я стройная и красивая. С каждым днем я ощущаю себя бодрее и моложе. У меня красивая гладкая кожа. У меня отлично работают все суставы. Мое тело молодое. Каждое утро я начинаю со смеха энергии. Я прокачиваю каждую клеточку своего мозга. Каждый день у меня образуются новые нервные связи. Да. Каждый день у меня образуется новый нейронный. Ура! Морщинки исчезают, Ура! лицо расцветает. Да. Мой позвоночник гибкий, мое тело крепкое, ловкое, сильное. Хорошо. И мы хорошо размяли суставчики. Давайте теперь сделаем волну. И волна у нас как идет? Вот сначала мы вот представляем прям, да, что мы вот под планочку подныриваем. Поэтому у нас опускается голова, чтобы поднырнуть, да, по очереди опускается. Плечи, да, вот округляются. Вот такая круглая спина, каждый суставчик, да, вот в таком положении. Мы поднырнули под планочку. Прогибаем спинку, чтобы не задеть эту планку. И выныриваем. Голова по очереди. Каждый суставчик у нас распрямляется. Здесь у нас спинка прогнута.
Медленная волна откатывается, откатывается, откатывается. И здесь у нас опять спинка округлилась. И поехали. Ой, какие волны, классно, я вас поздравляю, вы каждый волна сейчас. Прозрачная морская волна, вот так мы делаем, да. Морской бриз. Наоборот, с прогнутой спинкой, да? То есть прогнута спинка, сколько можем, голова вверх. Опускаемся, 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 аж ножки у нас такие растягиваются, мы чувствуем. И потом раз, коленки согнули и спинку округлили, как вот в этом положении, да? Округлили спинку и распрямляемся, распрямляемся, плечи последняя и голова. И опа! Получается? Не уразумела, еще разок. Ну, смотрите, мы вперед подныривали, а теперь у нас обратная волна. Вот так. То есть вот со спинкой мы прогнуты, опускаемся, сколько можем, ножки прямые, а потом раз, и сбросили, круглая спинка, и мы потихонечку выпрямляем по очереди каждый сустав. И голова наверх запрокидывается, и поехали. Раз, два, сброс, три, четыре. Опять с ровной спинкой, вот два, и сбросили. Три. Вот когда сбрасываем позвоночник, подбородочек у нас прилипший, и потом потихонечку мы раскручиваемся, да, как улиточка. Раз, два, и потихонечку раскручиваемся, получается? Да. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Округлили. Четыре. Раскручиваемся, раскручиваемся. Раскрутились медленно. Вниз, сбросили. И раскручиваемся. Хорошо. Но вы можете потом еще потренироваться сами, и то же самое волна в стороны. Вот как под планочку. И здесь, когда у нас голова и плечо сюда, таз у нас в эту сторону. И меняем таз сюда. И меняем тут, где таз вверх, ножку на носочек. И вот подныриваем под планочку. Раз и вынырнули сюда. Раз и вынырнули. Можно вот на бедро немножко надавливать, как бы помогаете. Бедро, да. И вот идет след за телом. Смотрите, как бы вот все логично. Сюда, 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 сюда. Ну как? И теперь, смотрите, взяли плечики и расправили. Вот как на вешалочку рубашечку вешаем, да? Вот. И вот запомнили вот это положение. То есть грудь у нас, грудной отдел вперед идет, да, плечи назад. Вот, вот так не делаем. Очень часто смотришь, молодые девочки, они вот так как-то стоят. Мало того, что у них костяшки вперед, у них еще и таз вперед, и они вот в таком разговаривают вот так вот. Ну, и хотя каждая из них была бы моделью прекрасной, потому что стройная, красивая, да, а вот это вот все сразу портит. И наша мышечная память это запоминает, и человек потом, ну, продолжает вот таким ходить сутулым. Поэтому обязательно очень важно делать вот такую суставную гимнастику. И когда у вас вот так все закреплено, уже вот такая привычка, подбородок у нас не задираем, не вниз опускаем, а у нас ровненько, да, смотрим перед собой. И сейчас представляем, что мы идем.